Сегодня 3 января. Я так до сих пор и не выпила эту самбуку. У меня тут еще намного больше, чем половина. Вот. Решила сегодня еще раз выпить. Я думаю, я уже научилась, как делать эту самбуку самым обычным способом. Вот сейчас у меня должно получиться с первого раза. Я в этом уже уверена. У меня получится. Захотелось что-то мне сегодня выпить. Все равно надо допить эту самбуку. Вот поэтому я пока вместе буду пить. Наливаем самбуку. Не очень много, чтобы она у меня не вылилась, как в прошлый раз, и не подгорелся этот конченый стол. Добавляем эти зерна. Три зерна. Теперь подпаливаем. Боюсь, как первый раз. Так, сначала подпаливаем этот стакан. Поджигаем стакан. Что ж я так постоянно нервничаю? А теперь поджигаем внутри стакана. Не научу, пристану. Ну, нафиг. Ну давай, блин. Эй, что это за фигня? Сейчас я и буду буду смотреть фильм ужасов. Тыщ. Быстренько, да, наверное? Пофиг, мне нормально. Не сойдет. Раз, два, три, четыре, пять! По берегу. Тр-тр-тр-тр. Вот это реально нормальный такой приход. Офигеть. Вот это я почувствовала. Мне нравится. Так, что еще хотела сказать? Сейчас попробую какую-то фигню делать. Не знаю, мне, наверное, набрать, она у меня получится, как обычно. Это, короче, обычная макови. Не знаю, что оно получится. Сука, разлила. Главное сейчас не затупить. Опять пролила. Охереть. Пролила. Оно у меня получится слоями, но мне кажется, фиг получится. Кстати, насчет слоев. Ну, нужно наливать слои так же, как и пить. То есть сначала пиво, Нужно наливать слоями так само, как и пить. То есть сначала пиво, а потом коньяк. А не так, сначала коньяк, а потом пиво. Короче, от низшего градуса к высшему. Ну, так как оно безалкогольное, там, кофе, без водки. Наливаем самбуку. Но мне кажется, вряд ли сейчас получится с этими слоями конченными. Давай. Я верю в себя. Получись, пожалуйста. Давай. Сука, не подведи меня. Не опозорь меня. Ой, а чё оно так? Короче... Оно получается слоями, но слой он идет внизу. Или оно просто размешалось? Что произошло? Да ни хрена не произошло. Все как обычно. Но ни хрена не получилось. Блять. Пиздец. Хер подожжется, да?
Детям спички не игрушка, покупайте зажигалку. Нихуя. Херня, блин, мне даже не хочется это пить. Мне кажется, какая херня получится. Хотя хер его знает. Короче, вы не поверите. Самбука почему-то опустилась вниз, наверху кофе. Маккофе. Я сейчас пью маккофе, алкоголь не чувствую. Значит, сейчас я буду допивать и буду чувствовать самбуку. Самый приход. Почему-то самый приход оказался внизу. И маккофе запила, офигеть. О, что мне уже жарко так стало. Может, еще сделать самбуку? Блин, как-то надоело. Надо было, блин, и абсент еще купить. Что это я, блин? Самбука. Самбука даже ничего нельзя, ничего нельзя сделать больше. Алкоголя больше нет. Ничего больше нет. Можно сделать самбуку вместе с молоком холодным. Но надо шокер. И нужен еще лед. Льда у меня нету. Молоко холодное. И шокера нет. Получится опять черти что. Значит, делаем опять самбуку. Делаем опять самбуку. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Сейчас я опять напьюсь. Я напьюсь. Да мне тут еще пить и пить, но я сегодня прибу опять. Я, наверное, буду вот это бухать до Рождества. Вот это потихонечку, а может даже до Старого Нового Года. Ах, липкая фигня упала мне на коленку. Ты-ды-дыщ-ты-дыщ. Я хотела, чтобы у меня в рюмке получилось сердце так все горячее. И я потом взяла трубочку и прямо так вот горячее с трубочкой так вот пила. Типа как Хиросима. Конечно, Хиросима нужен абсент, у меня его нету. Короче, печаль. Печально. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Я хочу, чтобы оно мне долго было. Долго горело. Давай гори ясно, чтобы не погасло. Что за детский сад? Давай, сука. Полез нахуй. О, как долго я палю. В жопу. Пошел ты в жопу. Все, нормально? Фу, я не могу, мне реально уже жарко. Так. Не, сейчас я, наверное, точно сделаю коктейль, потому что меня уже так вставило. А я хочу еще посмотреть Рапунцель. Да, я смотрю мультики, мне нравится смотреть мультики. Кстати, вчера посмотрела очень хороший философский фильм, кто любит в стиле артхауса фильмы. «Космополис» с Робертом Паттинсоном. Очень хороший фильм, его можно пересматривать много раз. И каждый раз что-то узнавать новое. Очень хороший текст, мне понравился. Очень хороший фильм, правда. Посмотрите, если кому такое нравится. Мне кажется, она еще сильнее стала, чем я на Новый год пила. Короче, херня это все. Сейчас буду делать с молоком. Итак, теперь сейчас буду пить самбуку с молоком. Назову этот коктейль Рапунцель, так как сейчас я буду его смотреть. Наливаем молоко побольше. Самбуку.
Гренадин. И еще я захотела сделать себе корицу. Просто посыпать так. Для аромата. Вот. И все. Поджигать ничего не будем, потому что у нас не получится. Мне кажется, она вкусно очень будет. О, вот так вот. Еще не хватает фрукта. Ну, у меня нет фрукта. Сейчас скажу, как оно. Мне реально нравится. С корицей такой получается приятный аромат. Нормалек. Я еще хочу молока добавить. Блин, конечно, это было бы хорошо все перемешать. Может, трубочкой просто. Нормально. Нормалек. Теперь можно смотреть мультик. Всем пока-пока!